Саша наподобие себе сделал. Мастер очумелые ручки не перестает нас удивлять. Саша, по-моему, тоже себе сделал, да, Вань? Удивляет нас прямо из самого гениально простого. Всего лишь болгарка и три трубы. Это у нас что? Как вы думаете? Назовем его газонокосилкой. Газонокосилка. И теперь мы посмотрим, как она работает. Вот у нас участочек с травой. Включаем розетку, включаем сеть. Ну, правда, трава не собирается, разбрасывается вокруг, но ничего, зато сбиваются основные побеги, да? Можно обороты дать больше, но я так медленно. Даже если коса найдет на камень, ничего ей не будет, да? Абсолютно. Ну что, давайте еще раз взглянем, что там у нас является режущим инструментом. Простая леска, которая идет на такие же аппараты. И у вас чистый ровный газон. А что это? Что вот это вот есть? Это леска, откуда она? Которая тоже предназначена для этих же косилок. А, ну все, в общем, как бы это, можно так сказать, это как бы какая-то... Идет гайка удлиненная, стандартная, болт стандартный. Пол гайки делается резьба под болгарку, потому что там нестандартная резьба. Остальная резьба остается для болта. Отверстие. Просверливается отверстие, зажимается болтом. Зажимается между... болтом болгарки и болтом. Ясно. Вот так вот все гениальное просто.